обслуживания городской поликлиники номер 1 закреплено более 30 учреждений образования. Вакцина заказывалась согласно по фамильным спискам сотрудников, то есть все желающие могли записаться. И в настоящий момент в этих пофамильных списках присутствует около 100 человек, причем 45 из них – это работники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Желающие прививаться у нас в университете начали записываться с сентября месяца. В январе месяце были составлены списки пофамильные с учетом возрастных категорий, с учетом принадлежности к профессорско-преподавательскому составу. И вот сегодня уже первые из составленных списков желающие вакцинироваться прошли этап введения первого компонента. В связи с тем, что у меня очень большие потоки студентов, я преподаю на 5 факультетах, на некоторых факультетах у меня потоки до 100 студентов доходят, то, конечно, мне хотелось бы уменьшить риск собственного заболевания. И поскольку у меня родители тоже пенсионеры, в достаточно преклонном возрасте, и хотелось бы тоже не принести им болезнь домой. Поскольку, читая, изучая вопрос пандемии, я получила информацию о том, что пандемия может закончиться только если большинство населения переболеет, соответственно, с последствиями, либо можно использовать вакцину. Я, конечно, очень сильно опасаюсь за здоровье своих родных и близких, а также за свое здоровье. Работая в большом коллективе в университете ГРГУ имени Янки Купалы, я общаюсь с большим количеством профессорско-преподавательского состава и студентов, поэтому я решила привиться и в дальнейшем не болеть.